Шли-шли мы и наткнулись на такой магазин. Так, вот. Михаил Негрин. Оказалось, что это не французский магазин. Это Израиль. Дизайнер израильский. Вот смотрите, визитная карточка. Как-то лучше показать визитная карточка. Снимать внутри нам разрешили, я выложу фото, а вот видео нет. Но магазин, конечно, уникальный. Здесь и купальники есть, и домашняя одежда, и украшения. Очень много людей, постоянные люди. Стоимость купальника 250-300 евро. Домашка то же самое, такую же цену. 300 евро. Вот витрины такие. Очень приятное оформление. Продавец, если удастся заснять ее в униформе, в таком платье, вот, похоже, вот он. Вот, вот пошла, вот продавец пошел. Видите? Так, не будем дразнить. Витрина. В 40 странах. Есть магазины этой марки, ну посмотрим, пробьем в интернете, что интересно, вот так завлекает девушка на входе, француженка наверняка, и вот так. Идем дальше.